Управление физической культуры и спорта Акимата Жамбылской области с размахом отметило Наурыз Мейрамы. 21 марта были организованы молодежные состязания Наурызнама среди населения по таким видам спорта, как казак куресы, асык ату, перетягивание каната и другие. В нашем регионе каждый год на высшем уровне отмечается этот великий день для нашей нации. Сегодня на центральной площади очень много людей, одетых в национальные костюмы. В целях поддержки развития национальных игр, повышения познавательно-двигательной активности молодежи города, популяризации забытых национальных игр среди молодежи, были организованы массовые соревнования по национальным видам спорта для всех желающих. Главной целью данного мероприятия является пропаганда здорового образа жизни, привлечение молодежи к занятиям физической культуры и спортом, отмечают организаторы. В настоящее время к празднику Наурыз среди жителей и гостей города организованы спортивные мероприятия по 24 видам спорта, в том числе по национальным видам спорта, включая массовые виды спорта. Данные мероприятия охватывают около 1000 горожан. Стоит отметить, что участники, пришедшие на праздник, попробовали свои силы в различных видах спорта. Им также предусмотрены специальные призы. Управление физической культуры и спорта Акимата Жамбылской области проводит розыгрыш призовых фондов по национальным видам спорта. Отметим, что командный призовой фонд за первое место составляет от 20 до 40 тысяч. Индивидуальный призовой фонд за первые, вторые и третье места от 10 до 30 тысяч тенге. Жители, которые приняли участие в соревнованиях по национальным видам спорта, остались довольны. Сегодня здесь проходят соревнования по национальным видам спорта. Это спортивные мероприятия сами по себе являются прекрасным зрелищем для многих собравшихся здесь людей. Айгуль Тлиулина, Адильжан Сайлаубеков, Аслан Кожахметов, Азамат Бескенов, 77 News.